Сегодня немного еще посылок пришло. Начнем с мамы. Так, здесь у нас набор для велосипеда. Как так называемая аптечка велосипедная. Но я больше предпочитаю с собой возить запасные камеры. Ну, конечно же, аптечка тоже пригодится, мало ли что. Заказываю такой же товар не первый раз. Поэтому не буду его показывать. Так, следующая маленькая посылка, но она такая тяжелая почему-то. Через что идет. А, наконец-то пришел. Это съемник для барабана. Если я не ошибаюсь. Да, заказывал, потому что у вас в городе не купить. И где нет его? Почему-то это очень редкая вещь. Хотя обычный инструмент. У меня барабан полетел на велосипеде. Мне его было не снять. Пришлось вести на мастерскую. Теперь у меня есть свой съемник. Такой съемник для барабана. На вид он довольно жесткий. Тоже велосипедную вещь сюда отложу. Так, что тут у нас еще маленькая. Тоже, кажется, это уже даже раскрыл. Это тоже велосипедное приспособление. Приспособление для велосипеда. Сумка на велосипед. На рамку. Сюда можно ножик поместить. А, сюда можно газобаллончик поместить. Да. Спички и по мелочам. Это тоже замечательная вещь. Это бинокль. Кстати, ножу не покупал его. Не покупал, за баллы мне его дали. Теперь есть баллы, и это... Такой товар за баллы я получил. Чехольчики. Тут даже инструкция. Как фокусировать, что там написано. Вот. Параметры его 60 на 30. Что у нас в комплекте? Тряпочка для протирания линз. Кстати, вон какие. Так. Веревочка. Такой бинокль проверил. Сейчас покажу. Точнее, не знаю, как из бинокля сделать видео. Но вот там машина. Вот там вдалеке машина стоит белая, которая перед красной. Я спокойно видел номера. Все читаемо, видны номера. На ощупь он довольно приятный, но пахнет он пока не очень, что запах выветрится. Для тех, кто разбирается, уже написано. Да. Тут некая инструкция. Я не поняла. Да, бинокль будет игрушкой для детей, скорее всего. Мне его уже никто не отдаст. Я в лес взял. Для леса сходить. Смотреть. И у меня здесь еще одна посылка, последняя. Здесь у нас детские школьные рюкзаки. Так, два. Упакованный характерный рюкзакам. Пакетик, который здесь закрывается, открывается. Так. Здесь.
Признанием в любви тут что-то по-нерусски написано. Ну и просьба поставить 5 баллов. И вот такая штучка, не знаю, что это. Какая-то резиночка. Может, реальная резинка со смайликом. Сейчас настрою. Так, сами рюкзаки, что они себе представляют. Ну, в принципе, обычные рюкзаки. Это плотная лямка. Внутри у нас молния неплохая. Здесь у нас основной карманчик для учебников. О, кстати, так он раскладывается. Для учебников еще какой-то карман. Так, тут, видимо, сигареты прятать. Фирменное название. Какой-то текст непонятный. Сейчас мы переведем. Короче, говоря словами нормальными, тут написано, это очень четкий рюкзак. Вот, качественный бренд там. И модный еще. Слово такое есть. Так, вот тут еще один кармашек. Такой небольшой. И вот место, где прятать сигареты. И мы все равно найдем. Здесь он расширяется. Что у нас тут еще есть? Я буду сигареты. Почему? Единственное, что минус, что спинка, да, такая. Можно их просто на балконе. Все, немножко. Да, уплотнение не как обычно полосками, а уплотнение по всей спине. Так, хозяин рюкзака пробегал мальчик, третьеклассник. Я на нем решил примерить рюкзак. Как тебе в нем, нормально? Незнакомый тут. Чего? Мурманский мальчик, повернись спиной. Папа! Спиной повернись. Красиво. Мне нравится.